Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну, в Эстонии снова скандальчик. Ни одной недели Эстония не может прожить без какого-то скандальчика. Сейчас сцепились две бабы. Тетки не поделили ни много ни мало пост генерального секретаря НАТО. Премьер-министр Кая Каллас, который пророчили пост генерального секретаря НАТО, в интервью радиостанции Викер Радио заявила, что она имела беседу с президентом Керсти Кальюлайт и предложила Керсти Кальюлайт влиться в ряды реформистской партии. На что наша президентша ответила, что единственная политическая амбиция у нее – это пост генерального секретаря НАТО. Это ж Хиросима. Я не знаю, вполне возможно, что президент таким образом просто потроллила Каю Каллас. Но она у нас же все-таки девушка серьезная, вряд ли она будет шутить на такие темы. А вот что меня больше всего удивило в этой ситуации, что среди приличных политиков не принято выносить на публику то, что обсуждается с глазу на глаз или в тесном кругу. Об этом следующая песня. Но прежде у меня большая просьба к тем людям, которые распространяют мои произведения в социальных сетях. Спасибо вам большое, но я очень прошу, не вырезайте следующий дисклаймер. Это очень важно. Без него может исказиться смысл этой песни, а это может мне грозить реальным тюремным заключением. В Эстонии сейчас шутить очень опасно. Спасите, 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 разбитое на.
спешите, спешите, иначе нам будет. Да. Пока-пока.